Валится колпа, Сучтан Федорович, валится колпа. Амортизация. Колпус валится, он провалится. Да, амортизация, то есть. Да. Валит. Он только к тебе такой строгий. Только ко мне строго относится, да? А там брака не видит. А ты мог в винтах прям. Боишься? Да, с плаки боюсь. А теперь без фиксации. Правда. Фиксирование без паузы. Вячеслав Федорович, бои сустав. На технику, Вячеслав Федорович, на технику. Ну-ка, Алексей, иди сюда. Эй, ну попробуй. Сейчас покажет, как правильно нужно бить правой. Ну, попробуй. Смотри, пробивается, смотрите, на них живет. Ногу не сгибай. Я узнаю, раньше после этого. За и за и продолжаю. А сюда? Нет, не надо, не надо туда, кулак забьет. Пробивается, да? Зачем? Кулак. Рука сгибает. Вот какая работа должна быть. Вот, вот ты. Пусть молодежь покажет, Вячеслав Федорович. Пусть молодежь покажет. Я знаю, вы сможете, Вячеслав Федорович. Я знаю, вы сможете. Сустава нет. Суставчик, Вячеслав Федорович, суставчик. Чего? Не выпрямляйте. И жесткий. И жесткий. Правый бьешь, видишь? Вот этот. Ну, это основная ударная рука. Это хоть снизу, хоть прямой, хоть боковой. Вячеслав Ильич, вот такой момент можно я вас спрашиваю? Боковой это туда можно. Я вас спрашиваю, вот видите, вот я просто очень долго наблюдал, смотрел, как бы анализировал. В отработке у нас всегда правая нога должна быть прямая, да, правильно? Желательно. При отработке. Но в бою, никогда она не получится прямая. Вот даже вы сегодня били, показывали у вас. Нет, дело в том, что стремление должно быть, потому что в бою там не до этого. Ну, мое понимание, это подводящее упражнение для чего? Для того, чтобы равновесие правильно распределялось, чтобы нога вниз не уходила при ударе. Я говорю, нет, это подводящее упражнение. Нет, но... если амортизация идет, значит, то есть это физика. То есть масса должна полностью идти в удар. Перенос центра с правой на левую. Но при таком вот положении, не очень устойчиво равновесие. Можно вот так толкнуть, и человек упадет. А если ты немножко амортизирован, то тебя толкнешь на устойчиво. Ну, мое понимание. Нет, дело в том, что в бою там прямая линия. Техника ставится, а там в бою что получится. Спасибо, Шарик. Пожалуйста. Каждый тренер что-то свое. Одного подходит, кому-то подходит. А кто-то скажет, привез какой-то тренату. Разные бывают. Можно активно. Защиту. Если я сместился, значит, для того, чтобы продолжить атаку. Ну да, но это только не так. Вот видишь, вот положение такое. Не такое. Вот видишь, вот такой я тебе. Не удержу. Видишь, опять сзади.